Всем привет! Показываю, как выглядят мои саженцы винограда, которые я посадила прошлой весной в марте, когда еще была мерзлая земля. Мне пришли саженцы, и я их, скажем так, сразу посадила и как бы укрыла землей. И потом раскопала их уже где-то с середины апреля. Значит, в прошлом году они не сильно росли у меня. В этом году, второй год им получается, они пошли на обратный рост у меня. И вот это у меня байконур. Тоже, кстати, не сильно-то он хочет расти. Ну, хотя бы более-менее, может, что-то и вызрет. В прошлом году немножко антракнозил и обрабатывала. В этом году пока вроде хорошо. Вот. Ну, тоже обрабатывала параллельно. Так, это у меня байконур. Байконур, в принципе, в прошлом году активно стал расти ближе к осени, когда пошла влага. Вот, до этого сидел на месте, и потом как попер, но веточка, которая выросла длинная, она не вызрела. Она вот она такая, вот видите, осталась тут. Почка выросла. Ну вот сейчас вот такая вот уже лоза и две маленькие. В принципе, нормально. Сигналочки в этом году нету. Очень надеюсь, что что-то вызреет и будет на следующий год. Тут у меня два кустика растут. Ася и Каталония. Так вот, наверное, вот это будет, наверное, Каталония. Вот она немножко тормозит у меня в росте. Я уже удалила одну гроздь. И вот все равно вторая появилась. Но уже когда там начнет спеть, уже буду понимать, Каталония это или Ася. Ну, кстати, после обработки спасателем винограда немножко двинулась рост, так как там есть стимулятор роста. Так, ну это Ася, скорее всего. Ася в прошлом году маленькие садила веточка, практически вот она. И можно сказать, что она пошла на обратный рост. И вот такая вот уже лоза. Вот. И вот здесь вот даже сигналочка есть. Ну посмотрим, что тут у меня будет. Также у меня здесь еще из черенков в прошлом, два года назад получается, в прошлом году они там, ну, маленькая веточка наросла. Вот он череночек. И, скажем так, в этом году, можно сказать, на обратный рост пошла. И вот что-то тут у меня завязалось. Но я не помню точно, какие сорта я садила. Уже когда начну спеть, я вам покажу. Вот тоже двухлетка. Или это на три, получается. Первый год плохо росло. Второй год... Да, наверное, нет, это третий год получается. Да, третий год получается. Или второй, или третий, не помню. Третий, наверное. Ну-ка, дайте я гляну. Да, череночек. В прошлом году плохо. Не, второй год, второй. Или третий. Не, пусть будет третий. Не буду ошибаться. По-моему, да, это будет третий год. Первый год черенки, они так всяк росли. Второй год чуть-чуть веточка созрела, да. А это, получается, третий год кустику и первое плодоношение. Вот. Но это с черенка я сама покупала черенки и ставила. Кстати, вот тоже красотка. Третий год. Третий, да. И первый урожай. И вот так вот выглядит. Уже завязались гроздочки, много что я уже удалила, но что-то вот рука не поднимается, в принципе. Ну, растет она хорошо, ничего не скажу. Вот надо уже, кстати, подвязать. Растет нормально. В этом году я думаю, что все будет хорошо. Здесь у меня два кустика, шпалеру пока еще не устанавливала. Чуть-чуть попозже на это не хватило денег. Здесь у меня подарок, память учителя и память не святая, что-то такое вот. Ну, это получается второй год кустику. Да. Тоже у меня пошел на обратный рост, потому что в прошлом году одна веточка такая малепусенечкая выросла. И вот она, кстати, тоже, видите, опять вот такой вот. Надо это все обрывать. Вот, на этом кустике-то нету сигналочки. Вот, а на этом есть.
небольшая, где-то там. Сейчас посмотрим. Вот, вот там где-то маленькая сигнальная гроздочка. Посмотрим, что получится. Уже можно сказать, что веточки завершковались. Завершковались они давно, пока я не стала поливать. В общем, без полива виноград тормозит в росте. Стала поливать, вроде опять пошел немножко в рост. Вот. Так, а самый лучший у меня на второй год себя показал дубовский розовый. Вот он. Кустик посадила прошлой весной, как вот я рассказывала в начале ролика. И у него вот такие вот веточки. Я вам показывала, что он у меня здесь немножко вроде как завершковался, вроде притормозил в росте. Но после обработки немножко двинулся в рост. И, кстати, тоже полил. Стала чаще поливать, поливать, поливать. И он опять двинулся в рост. Пасынки пока не трогаю, не удаляю, потому что боюсь до него вообще дотрагиваться. Вот, начинаешь обрывать пасынки, начинает болеть. Перестала пока. Вот. Опять закрутилась верхушка, а то вообще была уже такая прямая. Сигналки пока нет. Никакой сигналочки, я тут даже пасынковой нету. В общем, самый лучший у меня кустик в этом году. Надеюсь, что в следующем году получим первый урожай. Ну, вот как-то так. Вот вы видите разницу, да? Первые два куста, они, конечно, растут в таком неудобном месте. И там влаги действительно не хватает. И если виноград, вот я заметила, что он начинает вершковаться, верхушка выпрямляется, а на улице стоит жара, значит, не хватает влаги. Потому что без влаги ничего не хочет расти. Как только стала поливать, так стало все расти. Вот смотрите, до туда шло, шло, все хорошо, хорошо, красное, красное. А вот здесь уже видно, не хватает ему влаги или что-нибудь такое. И пошло такое все несчастненькое. Но опять стало хорошо поливать. И опять, видите, все пошло расти. Вот. Не так, конечно, как хотелось, но хотя бы хоть как-то. Так что, думаю, на следующий год уже что-то у нас, да, и будет. По крайней мере, три сорта из новинок должны показать сигналку, если успеете вызреть. Значит, посмотрим. Ну, а в следующем ролике я вам покажу, как выглядит мой виноград, который я показывала вам, когда он цвел. Ну, пока, всем до встречи!